Дети с особыми потребностями, как и все другие, имеют право на достойное образование. В этой связи в Актобе успешно проводит свою работу специальный реабилитационный центр «Жайна», где оказывают помощь детям с особенностями развития. И в настоящее время там обучается 13 детей. Освоить школьную программу им помогают учителя специальной коррекционной школы номер 7. Более 100 детей с психическими и речевыми нарушениями и аутизмом проходят лечение в специальном стационаре. 27 из них остались без попечения родителей. Со слов специалистов, при своевременном приеме лекарств и особом уходе здоровье детей улучшается. Учреждение официально открылось 17 апреля в 2017 году. Вот уже четвертый год мы работаем с особенными детьми. Наши высококвалифицированные специалисты работают с каждым индивидуально. У всех детей есть судороги. Если 30% лежащие, то 70% самостоятельно ходят. С уверенностью могу сказать, что 90% воспитанников уже умеют разговаривать. Мы учим их кушать, держать самостоятельно ложку, убирать за собой постель и игрушки. Постоянно проводится мониторинг. Среди воспитанников немало и тех, кто очень хочет учиться в школе и, несмотря на трудности, идут к своей цели. В осуществлении мечты им помогают педагоги специальной коррекционной школы номер 7. С нашей школы в данный центр приходят 8 учителей. Преподаем 3 раза в неделю. На сегодняшний день на обучении 13 детей. У всех огромное желание получить знания. Они пишут, читают, танцуют и поют. Каждому мы даем домашние задания, которые детям помогают сделать воспитательницы стационара. В центре работают 15 родителей, в том числе Жуман Кантареева. Узнав об открытии стационара, она сразу же оформила необходимые документы и устроилась прачкой. За 3 года женщина заметила положительные изменения у своего ребенка. Я очень рада, что трудоустроилась. Могу быть рядом со своим чадом. Мы пришли сюда, когда сыну было 7. В этом году нам исполнилось 11 лет. Здесь празднуем дни рождения, праздники. Сейчас мой ребенок охотно учится, разговаривает. Я вижу улучшения. В стационаре расположен кабинет Монтессори. Здесь профессиональные психологи работают над тем, чтобы стимулировать ребенка и адаптировать его к обществу. К слову, учреждение оборудовано видеокамерами. Дети 24/7 находятся под наблюдением. Анастасия Евсеева, Гуляй Туганова, Азамат Сауханов, телеканал «Актобе».